Ну что, готов, пацанчик? Да, только напомни, а что будет, если все-таки что-то пойдет не по плану? Да не бойся ты особо. Ты это, главное, собери этот артефакт, эту душу. Уж хороший артефакт, так наваримся. Но ты, короче, смотри, если что не то, братва вытащит из любых острогов, понимаешь, пацанчик? Ну ладно. Фух, я погнал. Вперед, пацанчик, удачи тебе. Эх, вот же и угораздило. После этого дня рождения теперь пахану помахаю. Ай, ладно, хоть цедно. Облапошить, так сказать, наших вояк. Ай. Так, главное, чтобы меня сейчас снайперы не запоили. Пацанчик, иди нормально, все спокойно. Этот снайпер там что-то заметелся. Понял, ворон? Сейчас переберу через оградку и вперед. Вот скоты, еще с рацией надоедают. Ладно, сейчас переберемся. Так ведь? Ё-моё! Ладно, пока, до скорого! Стой, ну! Тихо, ё-моё! Ну давай! Получай, на, получи, на! Получай, скотина! Мой голос! Тихо, парень, успокойся, тихо! Это я! Остап, какого ты тут делаешь? Вообще-то я хотел бы задать тебе тот же самый вопрос. Ладно, извини, держи аптечку. Я вообще здесь, чтобы забрать для пахана артефакт. Душа, но на самом деле... На самом деле ты хочешь сделать немножко иначе? Смотри, там у маяка есть батарея, и дырка в заборе. Подними кипиш. Мне просто документы кое-какие нужно отсюда вынести. А потом садимся в деревне новичков. Пошел. Понял, Остап. Ой, так... Ладно, задача усложняется, но блин, угнать военный БТР. Так, ладно, но сначала должна храниться в штабе и скорее всего на верхнем этаже. Ну что же, проверим, так и это. Фух, так, с охраной разделался. Так, бронька, можно будет даже выйти незамеченным. Но Остап попросил кипиш. Так, тотем бессмертия возьмем. Ну, точнее, артефакт душа. Но почему ее так называют? Что за странная бирка? Эй, и у меня все здесь. Хорошо, поняли, пацанчик. Начинаем операцию. Ну, начинайте операцию. А я пока что кое-что угоню. Так, вон и дыра в заборе. Ну что ж, вперед, геройствовать. Ух, как-то и махиной-то управлять. Нифига не вижу. Вперед, меня, так, пацаны! Вроде бы выехали. Я сейчас свою убуду! Это был что-то сложно. Ай, бля, так, проезжаем. Так. Ой, вроде бы я уже преодолел блокпост. Теперь нужно заехать в деревню новичков. Опа, а вот и знакомая местность. Ну что, что ты можно бросить БТР? Нифига себе, теперь у нас, у воинных сталкеров, БТР появился. Эх. Так, дамы и господа, представляю вашему творению военный БТР. И давайте назовем его в честь того, кто это организовал. Остапом. Благодаря Остапу у нас теперь свой настоящий БТР. Опа! И добавилась к нам еще и военная форма. Ну, с Остапом мы молодцы, ребят. А я-то уж думал, что военные с этого БТРа по нам еще поить будут. Нет, Волк, теперь уж точно не будет. Возможно, это теперь мы будем за ними гоняться. Верные мысли, говоришь, Айгурус. Очень верные. Ой, всем спасибо, особенно тебе, Остап. Ну ладно, я пойду вздремну, а то с этой бандитской операцией вообще не вздремнув даже.
Молись, падла. И тебе добрых снов, пахан. Всем хаюшки, с вами на видеосвязи прямиком из ЧЗО Игонус, и сегодня я вам покажу, как сделать тот самый военный БТР из Сталкера. Также, как вы можете уже услышать по моему голосу, я почти полностью выздоровел. И теперь могу радовать вас видосами со своим привычным и нормальным голосом. Надеюсь, вступительная короткометражка вам понравилась. Мы опять облапошили пахана и его шайку, и при этом раздобыли БТР и артефакт душа. И я считаю, за такую самоотверженность, и чтобы потом пахан на меня волыну не наводил, давайте наберем на этом видео 80 лайков. Вам не сложно, а мне приятно. Ну что ж, а теперь давайте непосредственно переходить к началу нашего туториала, который начнется в ЕС-проводнике. Вперед! А вот мы уже и в ЕС-проводнике. Здесь нам понадобятся ресурсы и непосредственно кое-какой аддончик, который я разбирал когда-то еще, ну так скажем, в молодости проекта. И здесь я создавал первые, ну, транспортные средства. И тут нам, получается, нужно будет, во-первых, создать сам БТР. То есть, скриптованным образом его воссоздать. Я в основном скрипты писать в этом видео не буду, потому что тогда бы это растянулось надолго, и вам бы было тяжело понять, что я пишу, зачем я пишу и тому подобное. Поэтому мы пойдем совершенно другим путем. Во-первых, так, поменяем кое-какие модели, просто у меня стоит старая модель БТР. В этом видео я не буду создавать БТР, который везде ездит и шмаляет вас. Мы будем создавать его как транспорт передвижения. Ну, в принципе, то, что можно было сделать на ЧС, если знать кое-какие команды и хороший способ забраться в БТР. И тем самым можно было очень легко, ну, не очень легко, конечно, поскольку эта фигня взрывалась, но главное, что довольно быстро добраться до саркофага. Все, что вам необходимо, вот как сейчас, допустим, я показываю, вы скриншотите экран, и вот это вот все будете уже сами вписывать в свой аддон. То есть вот это вот все, что я вам показал. Вот, допустим, текст, когда мы садимся, мы можем вот написать «ихать», допустим. Вы не думайте, что я стебусь над каким-то языком, просто мне захотелось типа такое написать. Помню, была шутка «поихай», типа. Таким образом. То есть некоторые вещи можно заменять, некоторые лучше не трогать. Допустим, позицию и тому подобное. Так, перейдем уже непосредственно к ресурсам. В ресурсах нам главное сделать так, чтобы все косметически выглядело так, как надо. А чтобы выглядело все как надо, вам нужна модель. Но модель, с помощью которой сделан у меня БТР, я вам дать не могу. Потому что эта модель не моя, это собственность Юг Тим. Мне отдал ее их начальник, Юха, и поэтому как бы я особого права не имею распространять эту модель, потому что она была дана только мне. И еще нескольким людям. И как бы это полная работа Юг Тим, поэтому не имею права вам отдавать. Так что ругайтесь на меня, не ругайтесь, но зато могу предоставить вам вот эту модель. Ее делал мне когда-то мой старый знакомый. И довольно неплохо сделал. И вот в чем главная суть. Эту модель я вам могу слить за 100 лайков. То есть вы набираете 100 лайков на этом видео, и вам не придется самим делать БТР. То есть модель у вас будет. Главное это набрать 100 лайков над этим, под этим видео. Сейчас вот это вот оставшееся время я вам покажу, как он в принципе выглядит, сделаю на него небольшой таки обзорчик. К сожалению, текстура на него плохо ложится, но в принципе, если модель у вас будет, покрасить вы сможете, и БТР для вас будет как бы уже таким, каким вы его хотите. Экспортировать, конечно же, модель нужно нормальным образом, чтобы БТР был Old Bedrock, и можете Bedrock, они оба рабочие. Но при этом лучше всего быть аккуратнее с моделью. Также модель вы можете придать анимации. Вот, допустим, ну, давайте что-нибудь санимируем.
А вот и, собственно, наш БТР в самой игре. Конечно, это модель от Юг Тим, потому что ту модель, которую я вам уже показал в Workbench, я не видел смысла показывать. Вот, как вы видите, все работает так, как нужно. Мы в нем можем ездить. Ничего особого таких проблем не вызвало. Ну давайте его как-то что ли развернем красиво. Кстати, управление тоже удобное довольно. Если вы перепишете правильно весь скрипт, то у вас все будет хорошо и прекрасно. Ездить он будет так же, как у меня. Только единственное, я пока не сделал, что он стреляет. Но это дело времени. Эх, как печально это говорить, но наш видеоурок постепенно подходит к концу. Надеюсь, вам понравилось видео. Вы его, я так понимаю, ждали. Некоторые люди особенно его ждали. Про БТР. Также хочу сказать, что скоро продолжение, третья часть карты по метро. Те, кому интересно, могут скоро ее просмотреть и увидеть, как еще потеет наш Игонус в перестрелках. Ну, всем спасибо. Все свободны. We'll be right back.